Undertale. Я еще не знаю, интересный ли он или нет. Так как я впервые попросили меня сделать этот видеоролик. Ну я его и делаю его. Вот. Потом, я думаю, будем смотреть, что будет, если бы Undertale был бы логичным. Джон Бэйн и Нанда Тейл. Не очень много, видишь, Дима идет на 5 из них, и плюс бонус будет, что он был бы, если Андертейл был бы логичным. Первое у нас будет, что будет, если открыть подарки. Стойте. Я-то еще давно смотрел. Не нужно суби. Силы. Блин. Что это такое? Стоять, блин. Я же поставил на... Большой. Поплывет в снежный град. Ты делал слюну и украшен. Некоторые подарки адресованы от Санты местного жителя. Тщательно осмотрите подарки, но и нашли не музей. Вам лишь нужно подождать до праздника. Так, это, наверное, я заметил чаю. Кекабуля чего? Это первый кекабуля. Бум-бум-бум-бум. Наконец пришло мое время. Ничего себе, у него даже автомат. Золотой бургер, даже Макдональдс. Это я в субботу. Ненавижу просыпаться в субботу. Он проснулся. Кажется, все уже разобрали свои подарки и ушли праздновать. Неужели его станет без подарочков? Хоу-хоу-хоу! Ничего себе, он сейчас только что. Томас Гол? Да, Томас Гол, смотрите! Так как я знаю, иду Андертейл. Убил. Я вижу, что он мафит. Ничего себе, они приземлились. Так, а вот и я, детишки мои. Вот, это настоящий Санта-Клаус. Но это просто разгрузка остались в цветной бумаге. Ну-ка, цвет, не спойлеры. Правильно, да. Я принес этот мешок подачку самому лучшему ребенку года. Хочу спросить его замечательно маленькому герою по имени Фриск. Финишер.
есть надпись. И что я себе... Куда он подевал руку? Флавы? Ах ты гадкий. Ничего себе собаки с пистолетами. Чара? Чего? Он использует пистолет против меча. Ребенок спас мир из шоколадки. Почему ему выпить Милки Вей? Чего? Это издевательство? Сыт на его лицо. Увидите, открывай свои подарки. Ничего себе подарочище. Получение подарков начинается. Ну что, на диване? Да еще Снудин. Послушному дитятке от любящей пьяной матери. Это вязаный свитер и новогодняя шапочка. Что себе в них? Это папирус. Слушай, мы будем поклонник от нашего скелета. Спагетти, блин. Не завтра за спагетти. Я же так делал. Я знаю, что тебе понравится подарок. Ну а как же? Спагетти лучше, а не так понимают. Что это сгодно? Великодушный день детенка от любящего приемного отца. Ты вас со стушами? Это учили батю на ту ухану. Андай, потому что я питаюсь сутка. Мелкому прошутся, это офигенно, который выглядит. Вот, ребята, вы скажите, почему у него средние пальцы всегда? Да. Этот звук похожий из Соника, когда мы впускаем, начинаем, когда мы выигрываем стаж. Это очень таинственный артефакт. Смотрите, он не так. Я там ходаю сейчас. Андайн снова. Нагрую физику, которую вы собираете в моем пазлике. Это не я написала. Да, это не она. Это медицинские перчатки, которые изображают вот. Это вот прикол. Это я видел, это сам. Ну, мне вот что, чтобы повзрослел. Быньку. Быстренько, а не быньку. Конечно, пьем уже какой-то фестиш, мне пусть все подарки. Гащи цепушки. Солнце, я в тебе не сомневался. Это самый прикольный в этой вселенной. Уж не тот журнал. Какой не тот? Верни журнал. Зачем нам стоят цепочки? Вот теперь что супер. Дети, закройте уши и выключите звук этого видеоролика. Ну да, давайте выключим, чтобы... Ну я чуть-чуть оставлю медию. Сонс. Ничего себе, то ельбу кует. Это Метатон был. Сам самый фанат от его уважаемого вакуумира. Это сапожки. Это главные сапожки производства МТТ об утки. Мафет. Надо делать тут. Другуш от всей полчи общины. Фриск, няшка, Фриск, Криск, Фриск лучший. Пачки он подарит вас. Чё за херня? Как он это съел? Надеюсь, это точек, это не настоящий. Это зверь, да. Чемпионом прекрасный человек. Так как у вас было, но то это та же самая. Это золотой цветок.
Сейчас чая. Да. Будешь мне эпизод Немезиды. Это какой-то пиксельный нож. Ты куда кидаешься? Можешь в какую-то попасть. Эм, чё? Посмотрите на него. Что за звук у тем? Делается вещи от всех там, и там, и даже Боба, и вот от них тоже я. Что за язык, блин, у них? Только что. Это свеженький зеленый снег, сыпый плавы из хлопья в тем. Снеген. Ты в руки идёшь! Хорошо. Чё за... соседний цветок. Туби Фокс! Туби Фокс, реально! Гав! Да, я... Неужели это... Дельта, он полная версия. Полная русская версия. А вы будете ждать еще 7 лет. Запрещено для детей 80+. Полная. Что слышишь, ты действительно сильно заслужил все эти подарки. А теперь пойдемте бухать. И как они будут... Чего? Посмотрите на Папайуса. Посмотрите на солнце, смотрите на крутится. А я им прямо тут попиться. Надо вот так вот. Тук-т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 ук. Часть будет в описании. А теперь всем пока.